Ежегодно семинары для своих воспитанников организует и спортивно-бальный клуб «Надежда». Занятия проводят приглашенные тренеры. Танцоры под руководством профессионалов работают над ошибками, совершенствованием танцевального мастерства, выработкой уверенности на паркете. Продолжит тему Любовь Васильева. И вернулись. И пара Любы Гаврильевой и Максима Петрова занимаются бальными танцами уже 7-й год. Они с нетерпением ждут очередного приезда тренера высшей категории Дмитрия Чернышова. В этот раз они отточили вариации по квикстепу и румбе. Практические советы с первых уст помогают танцорам ориентироваться по соревновательным программам. Люба и Максим уже обладатели кубков международных турниров. Мы первый раз прилетели в Москву, мы сразу же стали первым местом, взяли кубок по танцам ча-ча-ча. На сборах дети восстанавливают танцевальную форму после летнего отдыха. В отличие от обычных тренировок, занятия на семинаре проводятся интенсивно. И изменения спортсменов дают положительные результаты в соревнованиях. Также Дмитрий Чернышов, как судья, знакомит детей с нововведениями в правилах. Блоком целым, да, как, ну, как такие мини-сборы, да, 4 дня все-таки, да, они занимаются активно, да, получить какую-то информацию, да, тем более, что не запрещают, да, снимать, пожалуйста, можно снять, посмотреть, да, послушать, что я говорю, вот, и потом все это со своим тренером, педагогом, с Надеждой Николаевной отработать, да, в течение года, у них это возможность есть. Для лучшего освоения материала юные бальники клуба разделились по группам. Пары же посетили индивидуальные практикумы. Дмитрий Олегович меня научил тому, что когда у меня были ошибки, да, и он исправлял так четко и показывал, да. С этими новыми навыками я буду соревноваться, буду стараться. Плюсы семинара в Якутске – массовый охват детей и не прерывается школьная программа. Воспитанники клуба «Надежда» после практикума в хорошей форме начинают новый танцевальный сезон. Первые республиканские и российские турниры стартуют уже с конца ноября. Следующие сборы для бальников пройдут весной. Любовь Васильева, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.